ПЦР-лаборатория областной больницы увеличила темпы исследований на ковид в два раза. Это стало возможным благодаря новому аппарату, который за раз вмещает сразу 93 пробы. В нем анализ готов уже через два часа. Теперь специалисты лаборатории проводят более 800 исследований в сутки. 400 на аппарате, еще 400 вручную. Мы работаем и на автомате, параллельно выполняем руками для того, чтобы ускорить процесс выдачи результата. Когда пришел автомат, у нас ускорилась работа, и нам стало значительно легче, потому что мы работали, когда были большие объемы, мы работали на износ. Сейчас лаборанты работают в две смены с 8 утра до 12 часов ночи, но на деле с рабочего места специалисты не уходят, пока не исследуют последнюю пробу.